Как известно, одной из достопримечательностей Таиланда являются трансвеститы. Правда, интересно, как они выглядят? Сейчас увидим. Мы едем на Тиффани Шоу. Мы на знаменитом шоу трансвеститов. К сожалению, само шоу снимать запрещено. Это все, что нам удалось снять тайком. Но, как оказалось, после представления трансвеститы с удовольствием фотографируются, но уже за деньги. Вообще-то из нашего отеля можно было никуда и не уходить, потому что каждый вечер здесь играет живая музыка. Возраст этих деревьев несколько миллионов лет. Трудно себе представить, но за это время они превратились в камни. А это городской парк Паттайи, между прочим. Любой может купить кусок мяса и подразнить крокодила. Легко быть смелым, когда стоишь на мостике. Мы путешественники, а поэтому ничего не боимся. Вот так. Боишься? Никогда. А я боюсь. Знаменитая Волкин-стрит. Некоторые приезжающие в Таиланд только сюда и ходят. Улица переполнена тысячами проституток из разных стран. Но не торопитесь с выводами о низкой нравственности тайцев. Это всего лишь проявление буддийской терпимости. Последний вечер в Паттайе. Завтра мы улетаем в Москву. Позади 2 недели волшебных впечатлений. Но пока эта сказка продолжается, нам хотелось запомнить каждое мгновение.
приходится покидать эту замечательную страну и замечательных людей, которые тут живут.